Так вот она сидит, малыш. Маму немножко стошнило, укачала в машине. Сама мама. Здравствуйте, друзья! В этом ролике наша жизнь за последние трое суток. Есть и боль, есть и подарки, есть и радость, и есть опять разочарование и усталость, наверное, мои хорошие. В любом случае, как бы она у нас ни вертелась, ни кружилась, ни бежала, мы живы только благодаря вам.
хочу сказать вам. Спасибо, мои родные, за нашу жизнь. Спасибо, что не бросаете. Спасибо, что поддерживаете и помогаете. Спасибо за вашу человечность, люди. От всего сердца, от всей лохматой души. Спасибо вам, люди. Храни вас Бог.